Переедание ведет к избыточному весу, приносит вред здоровью. От нагрузки страдают печень, желудок и сердечно-сосудистая система. Впоследствии повышенное артериальное давление и холестериновые бляшки на стенках артерий. Давайте рассмотрим способы, как справиться с пагубной привычкой. Первый совет – высыпайтесь. Исследования показали, что те люди, которые спали только по 4,5 часа, склонны были переедать в течение дня. Не торопитесь и не отвлекайтесь во время еды. Наш мозг устроен таким образом, что он получает сигнал о насыщении только через 20 минут после начала приема пищи. Поэтому чем медленнее вы едите, тем меньше вам нужно для того, чтобы насытиться. Не торопитесь, тщательно пережевывайте каждый кусок. Получите удовольствие от процесса и отложите подальше телефон, выключите телевизор. Не добавляйте слишком много соли. Она является главным стимулятором аппетита. В процессе усвоения желудком активируется выработка гормона. Грелин заставляет мозг хотеть есть. Насыщение наступает намного позже. Также этот продукт повышает кровяное давление. Это может привести к инсульту и сердечно-сосудистым заболеваниям. Уменьшите употребление сахара. Первый шаг – не добавлять его в чай и кофе. Попробуйте убрать из поля зрения все сладости, а лучше не держать их вовсе дома и на работе. Часто наш мозг принимает обезвоживание за голод, поэтому выпейте стакан чистой воды. Это поможет телу точно определить потребность. Достаточное количество жидкости важно для здоровья. Она доставляет питательные вещества в клетки организма, участвует в регулировании температуры и обеспечивает нормальное функционирование всех органов и систем. Не пропускайте завтрак. Это главный прием пищи. Он должен быть сбалансированным и питательным. Скудная трапеза не даст сил для энергичного дня. Как следствие, переедание за ужином и повышенный голод перед сном. Следуйте нашим рекомендациям, питайтесь правильно и будьте здоровы!